Вашем поручении вместе с Михаилом Владимировичем создали социальный рост выживших и новости, меры, которые принимают. Это вот сегодня мы работаем над четырьмя задачами. Главными это определение группы риска людей, идентификация этих людей, взаимодействие с ними и контроль за соблюдением изоляции. Это рабочий дашборд, где мы видим статистику прибытия граждан из очагов инфекции, сколько мы нашли вот наличие контактных данных, телефон, электронная почта, работодатель и так далее. 95% идентифицировано этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идет следующая работа. У нас, слава богу, пока нет такого масштаба, как в некоторых других странах. У нас сколько сейчас, 93 или 96 выявлено зараженных, а в других странах там счет идет на тысячи. Вот поэтому, ну, для того, чтобы у нас не было так, как там происходит, где ситуация, так скажем, неблагоприятная, нужно, конечно, упреждающе начинать работать. Гражданское сообщество не могло остаться в стороне от такой проблемы. И сейчас наши...